Праздник сегодня в Орджоникидзевском районе. Он отмечает 80-летний юбилей. Первыми поздравить район с днем рождения пришли почетные горожане, в том числе и ветераны войны и труда. Пенсионеры вспоминают, на полях сражений они помнили о доме и мирных забавах. Григорий Алексеевич, например, о прогулках в парке на Уралмаше. С работы приходишь в свободное время, от учебы, от работы в парк. А мы жили в 12-м доме по Ильича, это рядом. И в парке проводили время. Танцевали, веселились. Именно традициями селен Орджоникидзевский отметил глава Олег Левтон. Ведь это не только самый большой район Екатеринбурга, но и индустриальный район страны. Поздравить жителей приехал и глава городской администрации. Александр Яков вручил подарки и памятные дипломы почетным работникам Орджоникидзевского. Чиновники отметили заслуги тех, кто долгие годы трудился на благо других людей. От дворника до директора спортивной школы. Ну а в воскресенье сюрприз ждет всех жителей района. В парке на Уралмаше пройдут праздничные гуляния. С утра для детворы проведут веселые игры и интересные конкурсы. Танцплощадку с оркестром откроют для взрослых. Вечером же состоится праздничный концерт, который завершится ярким фейерверком. 22:45 на Уралмашской площади первой пятилетки будет салют. Салют будет очень хороший. Такого еще не было в Орджоникидзевском районе. Утверждаю это, поэтому всех приглашаю. И жителей района, и гостей из других районов и городов.